Уважаемые одесситы, хочу поздравить всех нас с очередной победой. Мы отстояли в очередной раз дом Русова. И сегодня он остается в собственности территориальной громады города Одессы. Хозяйственный суд Одесской области признал регистрацию законной. Вопреки попыткам частных фирм, дом Русова останется достоянием Одессы. И именно в этом здании планируется разместить хореографическую школу, туристический центр и другие организации, которые будут работать в общественных интересах на благо всех одесситов.